Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать, как сделать собаку на руку. Увлечь малыша на некоторое время, как правило, способна новая игрушка. Но такой подход разорит родителей. Поэтому мы предлагаем научиться делать некоторые игрушки самостоятельно. Например, попробуйте из бумаги смастерить собачку по данному мастер-классу. Для изготовления такой игрушки нам нужно взять бумагу коричневого, черного, белого и красного цвета, ножницы, черный маркер, клей. Наша собачка будет коричневого цвета. Располагаем лист коричневой бумаги горизонтально, после чего нижнюю треть листа загибаем вверх. Верхнюю часть требуется загнуть вниз и подклеить. Теперь эту заготовку в виде широкой полосы нужно сложить пополам. Затем ее края отгибаем в обратные стороны, к средней линии. Снова воспользуемся клеем. Нам нужно зафиксировать слои так, чтобы получились своеобразные кармашки для пальцев. В этом случае пользоваться такой игрушкой будет удобнее. Из коричневой бумаги вырезаем пару ушек. Глазки для собачки делаем из небольших заготовок белой бумаги, на которой рисуем зрачки черным маркером. Нижние части этих элементов немного загибаем, это требуется для последующего приклеивания. Теперь закрепляем ушки и глазки на коричневой заготовке. Носик для собачки сделаем из небольшой полоски черной бумаги, которую сворачиваем в трубочку. Приклеиваем готовый носик. Осталось добавить красный язычок. Наша собачка на руку готова. Поделитесь нашими МК в соцсетях, посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго! Все ссылки под видео.